29 мая в КФУ состоялась торжественная церемония открытия 5-го международного форума по педагогическому образованию. Форум проводится Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. Сегодня мы уже 5-й раз проводим международную конференцию, которая посвящена строго подготовке учительских кадров. По большому счету, для нашего классического университета, когда присоединились два педуниверситета, это было достаточно большим вызовом. И поэтому мы начали смотреть, как же данный процесс осуществляется в разных странах. Мы, учитывая наши собственные подходы исторические, пытаемся трансформировать и процесс подготовки учительских кадров. И это же является критерием экспертной оценки. На пленарном заседании, прошедшем под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, были определены основные вопросы, ответы на которые предстоит найти в течение 3 дней работы форума. Всего в нем принимают участие представители 140 университетов России и 75 зарубежных университетов из более чем 30 стран. Сегодня это большая конференция, которая посвящена и подготовке, и переподготовке педагогических кадров. После этого мы поедем на встречу президента с победителями национального чемпионата WorldSkills. То есть все это как раз говорит о том, что мы роль педагогов, учебных мастеров, производственного обучения, мы ставим во главу угла, потому что какая бы система, методика, там, гаджеты и все прочее не появлялись, все равно во главе угла стоит педагог. Свыше 600 российских и иностранных ученых обсудят актуальные проблемы подготовки будущих учителей к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дублина и других. Роль Казанского университета очень высока, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, они имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников, и это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведут совместные в той или иной степени крупные, длинные, короткие микроисследования в области наук об образовании. Программа форума предполагает работу в рамках 4 научных секций, где будут озвучены пленарные доклады спикеров. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.